ярких картинок и авторских скетчей. Слушая самостоятельное выращивание плодовых деревьев на участке, садовод задается вопросом об уходе за саженцами. И правильно делает. Саженцы – это важный этап в уходе за плодовыми деревьями, так как они являются первым вложением усилий в будущее развитие. Уход за саженцами плодовых деревьев. Уход за саженцами плодовых деревьев начинается со своевременной посадки. Необходимо добиться того, чтобы саженцы плодовых деревьев быстро укоренились и столь же стремительно начали развиваться. Именно на первых этапах в руках садовода возможно скорректировать или исправить недостатки. Как посадить саженцы плодовых деревьев? Использовать подходящий посадочный материал, углубить согласно длине корневой системы, подвязать саженец к колышку, контролировать поросль на штамбах и от корней. Подвязать саженец плодового дерева нужно аккуратно. Если подвеска будет слишком тугая, кора может повредиться. Контроль поросли – это обязательная процедура. Поросль вытягивает слишком много питательных веществ из молодого саженца, что ослабляет. Контроль влаги в почвенной смеси и уход за саженцами. После посадки у саженцев плодовых деревьев начинается этап активного роста. В данное время отлично будет поливать и подкармливать молодые саженцы. В зависимости от погодных условий, типа почвенной смеси и нюансов ухода за выбранным сортом, выбирается разная схема увлажнения почвенной смеси. В первую половину лета в основном саженцы плодовых деревьев поливают по 3-5 раз. В жаркую сухую погоду поливают до 8 раз при отсутствии осадков. Объем емкости для полива варьируется в зависимости от величины корневой системы. Как поливать саженцы плодовых деревьев в первый год? Поливать саженцы садовых деревьев в среднем нужно в приствольные круги по 2 ведра. В первый год посадки нужно расходовать не больше 3 ведер. С каждым годом норму полива увеличивают на 1 ведро. Плодовое дерево, которое доросло до 5 лет, поливает по 8 ведер. Дерево, которому 10 лет, по 10-15 ведер и так далее. Нюансы полива плодовых деревьев. На легких почвенных смесях вода впитывается и испаряется быстрее, поэтому процедуру осуществляют чаще. На тяжелых почвенных смесях вода может и вовсе скапливаться у поверхности, поэтому допустимо землю рыхлить, а полив проводить гораздо реже. Защита молодых саженцев плодовых деревьев от ожогов. Молодые саженцы плодовых деревьев в первый год жизни еще недостаточно окрепли, поэтому перепады температур, интенсивность солнечных лучей, изменение влажности воздуха или почвы повлияют на их состояние. В весенне-летнее время есть вероятность получить ожоги на штамбах молодых плодовых деревьев. Для того, чтобы защитить их от возможной опасности, первым делом проводят полив в утреннее, а лучше и в вечернее время. Одновременно с этим необходимо обвязывать штамбы для того, чтобы защитить их от солнца. Открывать подышать штамбы плодовых деревьев можно в пасмурные дни или в теплое вечернее время. Полностью снять обвязку можно уже после зимнего периода и установления нормальной температуры. Спасибо, что прослушали сегодняшнюю аудиостатью. Поставьте лайк под видео, подпишитесь на канал, а также не забывайте переходить на сайт и читать статьи там. Гораздо больше информации, интересных вырезок.